Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в шестом уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке мы с вами рассмотрим плагин SlideShow. Если мы посмотрим на пример, от которого я отталкиваюсь, у нас здесь есть SlideShow, растянуто во всю ширину браузера. И если мы посмотрим в левый и в правый верхний угол, мы видим здесь элементы такие социальные и какая-то ссылка. Если нам нужно аналогичное решение, то мы вот здесь вот меняем с вами каркас. Я немножко тут напутал. Ничего страшного, здесь легко можно сменить. Когда мы с вами выбирали каркас, то он не подходит, если нам нужно по бокам в углу какие-то элементы разместить. То есть нам подойдет, например, вот этот вариант. Видно здесь подчеркнуто, написано, что есть два места для внедрение какого-то контента. Поэтому я беру, он называется магазин, я выбираю, всплывает окно, нажимаю Apple и меняю каркас. Не обращая внимания, что у нас исчезло меню, оно на самом деле не исчезло. Если мы бэкграунд окрасим в какой-то цвет, то увидим, что у нас все на месте. Если мы посмотрим на нашем сайте, у нас вверху есть такая синяя полоса. Давайте от нее избавимся. И вот они тут, два контейнера, как раз вы видите, для размещения, например, в дальнейшем каких-то ссылок. Заходим по карандашику, заходим в бэкграунд, видим цвет синий, нажимаем глазик, отключается все стили, save. И на сайте это будет выглядеть вот так. Так, теперь давайте добавим слайд-шоу. Сразу вам предупреждаю, что на бесплатной версии Gridbox вы, скорее всего, слайд-шоу не сможете добавить. Так, переходим пока в настройки, header, layout. Убедимся, что пока стоит дефолт. Сейчас поймете, почему. Save. Дальше зайдем в общий каркас. Вот по этому карандашику. Padding проверим, чтобы все было по нулям. Это внутренний отступ. И margin, внешний отступ, по нулям. Здесь также padding. Смотрим. В принципе, можно здесь 0 сделать. Здесь тоже 0. И здесь тоже 0. Margin 0 и 0. Save. Дальше заходим вот по этому плюсику. И также проверяем, чтобы все было по нулям. Margin по нулям. Так, у меня здесь блочек какой-то, я его удалю. Лишний. Так, смотрите, чтобы получить вот такую вот картину, у нас логотип и текст, он находится на самом слайде, как бы поверх. Для этого обязательно нужно нажать на кнопку, вот на эту голубую Nav Section. Мы на нее нажимаем, и здесь стоит выбор колонок. Дальше, на второй вкладке, здесь у нас заготовки, о них позже поговорим. А здесь, если мне не изменяет память, должны находиться наши фреймворки. То есть здесь можно каждый свой настроенный блок сохранить в готовом виде, чтобы, например, очень быстро потом его установить на сайт. Так как у нас слайдер во всю ширину браузера, поэтому мы выбираем вот здесь вот слева одну колонку. У нас добавился ряд секций. Мы находим плюсик, нажимаем плюс. Смотрите, у вас здесь в плагинах слайд-шоу не будет. Вам нужно будет нажать на кнопку Upload Plugins. И если у вас коммерческая версия, вы сможете легко добавить. Если у вас бесплатная версия, вы добавить отсюда ни один плагин не сможете. Как это происходит? Вы выбираете нужный плагин, авторизуетесь, сейчас я это тоже сделаю, нажимаете Submit, и плагин добавляется. То есть вот карусель внизу я добавил. Я выбираю слайд-шоу, у нас добавляется вот такое слайд-шоу, пока не настроенное. Чтобы посмотреть на сайте, изначально мы вот здесь в левом верхнем углу нажимаем галочку, чтобы у нас применились настройки. Обновляем сайт и видим наше слайд-шоу внизу. Так, ну первое, что мы сделаем, мы, наверное, давайте добавим изображение. Подготовьте изображение. Рекомендуемый размер 1920 на 1080 пикселей Full HD. Так как у меня лендинг про еду, я подготовил два изображения, скачал просто в интернете. Чтобы нам войти в галерею, у нас посередине есть инструменты. Нажимаем на карандашик, нажимаем слайд-шоу, и здесь у нас есть левое изображение стандартное. Мы ставим галочку напротив и нажимаем на корзинку, удаляем изображение. Нажимаем на плюсик
И у нас есть выбор. Мы можем помимо изображения вставить еще и видео. Итак, я накликаю на картинку изображения. У меня уже подгружено изображение. Я ставлю. То есть у меня два изображения. Сразу ставлю две галочки и нажимаю Apply. Вы видите, два изображения добавилось. И давайте добавим еще видео. Попробуем. Нажимаем видео и просто ID с YouTube ролика вставляем здесь. И Apply. Так, на этом уровне, вот вы видите, ролик побежал. На этом уровне Save. Давайте посмотрим на сайте. Так, картиночка есть. Ролик тоже идет. Видео, вы видите, проигрывает, сменяется на изображение. Теперь нам нужно убрать расстояние слева-справа и поднять наш слайд-шоу наверх. А, избавляемся от этого красного блока, он нам теперь не нужен. Заходим сюда в бэкграунд. Вот красный цвет, глазик отключается. Дальше. Обратим внимание на наше слайд-шоу. Наводим мышь и на его каркас в нижнем настройках, в нижних, нажимаем карандашик. Сразу переходим паддинг и выставляем все по нулям. Все по нулям. Секцион, марджин проверим. Тоже выставим по нулям. Так, бэкграунд, full. Вот здесь вот полная ширина, ставим галочку. И пока save нажимаем. Далее нажимаем вот на этот карандашик, на верхний, да, бэкграунд и full ширина. А далее переходим паддинг, все по нулям. Margin также выставляем по нулям. Нажимаем Save. А таким образом мы слайд-шоу растянули на всю ширину. Давайте посмотрим, что у нас получается в браузере. Слайд-шоу растянулось на всю ширину. Что мы делаем дальше? Нам нужно, чтобы слайд-шоу прилегало к верхней части сайта. Переходим в настройки. Переходим в header, layout. И вот здесь выбираем абсолют. Если у вас сразу вот так вот не поднимется наверх слайдер, переходите header, тем body, padding. И здесь, чтобы было все по нулям. И save. Так, обновимся. Видно, что слайдер прилегает к верхушке сайта. Логотип все имеется, но не очень хорошо видно. Мы сейчас это исправим. Во-первых, у нас здесь есть какая-то рамочка тоненькая посередине, вы видите, да, белая. Заходим сюда в настройки, заходим в border. Здесь ничего нет. Так, заходим вот в этот карандаш, если у вас тоже есть рамочка. Border, это рамочка. И у нас здесь стоит вот button. Видите, галочка и цвет рамочки есть. Снимаем галочку, чтобы никакой рамочки не было. Save. Далее, теперь давайте займемся самим слайд-шоу. Кликаем по стрелочке, которая у нас посередине. Так, если видите, как получается, я слайд-шоу прижал кверху, и другие элементы, именно меню, его иконочки перекрывают наш слайд-шоу. Временно можно сделать что? Перейти в body, padding и немножко вот так вот отступить, чтобы мы могли воспользоваться настроечками слайдера. Даже, наверное, вот так вот сделаем 10. Не знаю, позволит нам дотянуться до настроечек. Save. Давайте попробуем. Захожу в карандашик. Нет, я не захожу, наверное, в карандашик. Опции, да, зашел. Смотрите, вот, во-первых, можно сделать вот так. То есть во всю высоту. Давайте посмотрим. Может быть, вам так больше подойдет. Вот таким образом. Наверное, так и оставлю. Если этот вариант вас не устраивает, то вы снимаете галочку и можем настраивать высоту вот таким образом. Нужную высоту. Дальше давайте идем по настройкам самого слайд-шоу. Автоплей. То есть автоматически проигрывает слайду. Вы видите, оно проигрывает. Смотрите, пауза. При наведении курсора мыши. То есть полезная штука. Если наводим мышь на изображение, на слайдеры,
у нас слайдер не движется, чтобы мы могли разглядеть, например, какие-то элементы. И ставим, значит, галочку. В миллисекундах, ну, то есть как часто сменяется слайдером. В принципе, можно сделать побольше, 5000. Вот смотрите дальше, Don't Navigation, если галочку снимем, вот эти внизу кругляша, это тоже переключатели изображений, они убираются. Если надо, отключите. Следующая галочка, если мы ее включаем, отключает вот эти стрелочки по бокам. Видите, они отключаются, лучше их оставить. Смотрите, следующая вот эта опция. Вот если я навожу мышь на стрелки, у меня слайд сменяется, да? Вот, если мы выберем в списке вот такой вариант, смотрите, то при наведении... Так, сейчас не видно, да? Давайте. А, вот сейчас видно здесь. Вот, видите, при наведении на стрелку показывается, какое было предыдущее изображение, а здесь какое будет следующее. Мы можем и по стрелке кликать, или же прямо вот по этому выскакивающему изображению. Также можно кликать. То есть тут решать вам, в принципе, можно оставить анимацию. Вот это интересный момент, то есть с какой анимацией появляется изображением. Вот такой вариант больше мне нравится, самый последний. Вы можете поиграться, выбрать для себя подходящий. Видите, эта анимация, как бы изображение изнутри так увеличивается. Такой классный эффект. Следующая опция мне не совсем понятна. Ну, в общем, пропустим этот вариант, я изменений никаких не видел. С этой галочкой или без нее. Следующая опция вот как раз нам будет полезна. У нас меню белое, логотип белый. Нам нужно что-то вот такое наложить. И потом уже ниже вы сможете сменить для этого цвет. Ну, в принципе, я, наверное, пока оставлю серый. Давайте save. И пойдем на сайт. Видите, у нас уже появляется какой-то вид. То есть у нас все с вами работает. Вот так вот симпатично все переключается. Это еще не все, что можно сделать со слайдером. И по поводу кнопочек, смотрите, если мы разворачиваем список, вот две эти иконочки, это дубликат. Ниже появится точно такой же слайд. Если вот эта вот пентаграмка с плюсом, это как бы библиотека или фреймворк. То есть точно такая же галерея, например, называем ее. Она у нас сохраняется. Save as Global. Можно поставить в глобальных настройках, чтобы сохранилось. Да? И смотрите, Apple. Что теперь происходит? Если, например, мы зайдем по плюсику, и у нас вот здесь вот есть вот это Library, да, как бы библиотеки. И вот видите, здесь у нас добавлена галерея. Если я кликну по галерее, то ниже, вы видите, добавилась точно такая же галерея уже с моими настройками. То есть таким образом вы сможете очень быстро верстать сайт, уже подготовить для себя заранее готовые фреймворки. И вот тут эти стрелочки можно нажать и произвести отмену действия последнего, да. Но учтите, если вы это уже все сохранили, то есть нажали на галочку сохранить, эта стрелочка назад, она уже не будет работать. Только в момент редактирования изображения и вообще каких-то элементов на сайте. Давайте пройдем дальше по настройкам. Мы с вами опции рассмотрели. Переходим в слайдер. Кликаем напротив слайдера и нажимаем карандашик. То есть можем удалить, добавить еще или нажать карандашик. Также из этого окна мы можем также подгрузить, сменить изображение, если нужно. И смотрите, заголовок. Пишу, например, шашлык, описание. То есть, например, там быстрая доставка. Сейчас вы увидите, где это будет отображаться. Смотрите, button label. То есть это текст на кнопке. Можно писать что-то. Я от балды вообще пишу. Заказать. И тут ссылка на кнопку. Здесь можно вывести, например, отдельную страницу с формой, где человек может заполнить форму. Вам на email, например, уйдет заказ с адресом, да? Позже мы рассмотрим другой компонент форм от этого же разработчика. Очень гибкий, вообще мощный.
рассмотрим позже, пока поле ссылки я не заполняю. И как открыть данную ссылку в ниже Nav Window, в новом окне или в том же окне? Конечно, в новом окне. Дальше нажимаем Apple. И вы уже вот здесь видите, да, у нас появились слова шашлык, подзаголовок и так далее. Дальше снимаем галочку, выбираю второе изображение и пишу для второго изображения, это у меня пицца. Так, заполнил для второго изображения и Apple. Ну, вот это видео я удалю, оно тут не в тему. Так, у меня удалилось изображение, жмем на стрелочку назад, потому что... Так, еще раз назад. У меня стояла галочка, и я, к сожалению, удалил еще изображение одно, да? Галочка меня не спасла, поэтому я добавлю изображение еще. Удалил видео вместе с изображением. Вот так вот получается. Также вы можете мышкой лево зацепить и вот так менять местами изображение между собой, если это требуется. Давайте save. Посмотрим, что на сайте получается. Так, шашлык, быстрая доставка, заказать. Смотрим следующее, пицца. Теперь мы сможем вот эти элементы на нашем слайде изменить. Смотрите, мы разбирали sliders, теперь переходим ниже style. Title, это вот этот title, который мы записывали, например, шашлык. Выбираем title. Сразу вверху можем выбрать, смотрите, и в режиме реальном времени видеть, слева отображать заголовок, справа или по центру, естественно, по центру. Тут же можно шрифт, мы с вами шрифты уже ставили, MarkScript у меня, да, вот пицца я поставил. Цвет белый здесь смотрится и, конечно же, побольше размерчик. Так, здесь, смотрите, межстрочное расстояние, можно увеличить, margin button. То есть вот такое еще, видите, да, расстояние можно увеличить. Ну и, соответственно, внизу подчеркнутый, все жирное или под наклоном. Оставим просто так. Да, в данном случае здесь вот анимация у нас недоступна. Выбор анимации. Title настроили, переходим в description. Также сразу же меняем шрифт. Цвет также белый. Сделаем побольше, но меньше заголовка. И остальные настройки идентичные. И следующее, самое интересное, это настройки кнопки. Также фонд по центру. Выбираем наш шрифт. Смотрите, у нас кнопка прозрачная, да? Здесь можно назначить цвет background color. То есть вот таким образом, смотрите. Вот, да? Ну, в принципе, прозрачная, да, достаточно стильно, я оставлю. Color – это цвет текста на кнопке. Можете в этом убедиться. Видно, текст меняется на красный. Дальше смотрим. Ну, кнопочку побольше. Можно сделать так. И вот так вот заказать. Смотрите. Так, это мы настроили только фонд. Так, дальше идем border, рамочка. Смотрите, я делаю скругленные края. Border color стоит белый. И размер самой кнопочки, да. Ну, вот, я не знаю, ставим 4. Дальше hover при наведении. У нас она просто становится такой белой. В принципе, можно поиграться, смотрите. При наведении цвет, BG Color – это заливка кнопки. При наведении можно изменить цвет и border, сменить цвет при наведении. В принципе, она вот так уже немножко меняется, так и оставлю я. Дальше паддинг, внутренний отступ. То есть внутри самой кнопки, вы видите, идет вот такие вот отступы. Оставим вот так заказать. И вот такое еще, видите, растягивание кнопки самой. И margin – это внешний отступ от топ. Видите, margin top — это от верха. От верха под заголовка. То есть, в принципе, тут смотрите, как чтобы на ляписто не было. Все, здесь, в принципе, button настроили. В
В стайлах мы все настроили. Нажимаем Save. Идем на сайт, обновляем страницу. И у нас уже достаточно так симпатично смотрится. Заказать. Дальше. У нас слишком близко заголовок и текст к заголовкам пицца там и так далее. Заходим вот сюда. Нет, не сюда. Заходим вот сюда. Паддинг. Паддинг топ. Значит, внутренний отступ от верха на 0. И паддинг бутон на 0. Это тоже снизу отступ. Так, подвигли. Паддинг right. Это движение вот этих блоков, которые у нас пустые наверху, левый и правый, пока их не трогаем. Там был 20, оставлю 20 пикселей. Сейф. На сайте смотрим, у нас вверху белая полоса. Это мы заходим вот сюда, body, padding. И вот здесь padding top на 0. Сейф. Смотрим на сайте. Все, у нас там наверху больше зазора нет. Также можно перейти в настройки самого меню. Margin. И здесь, в принципе, его поднять, потому что смотрится как бы нормально с логотипом, не залазит. Смотрим на сайте. Если прокручиваем, у нас все крутится. Можно еще перейти в настройки. Header. Layout. И поставить здесь Fixed. Если вы еще не догадались, смотрите, что получается. Я прокручиваю сайт, а меню у нас висит. Но тогда здесь остается момент, что под меню нужна такая плашечка, цветная полоска, да, под менюшкой. Чтобы было видно, что меню закреплено. Можно сделать такую некую прозрачную даже полосочку. Потому что сейчас смотрится не очень хорошо, буквы залазят на буквы и их не видно. Но сам принцип вам понятен. Ну и также вы понимаете, что этот весь блок, например, можно очень красиво заанимировать. Background. Анимация. Bounce in up. И смотрите, как будет прикольно. При загрузке страницы у нас выскакивает снизу наш слайдер, если это нужно. Ну или там любую другую анимацию. В принципе, я не хочу делать анимацию, поэтому я none ставлю, save. На этом урок закончен, и увидимся с вами в следующем. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.